Всем привет, друзья! Меня зовут Антон, и мы продолжаем изучать основы OpenGL и основы разработки игр. В прошлом видео мы создали различные эффекты и научились отображать иконки этих эффектов с оставшимся временем действия. А в этом видео мы реализуем режим перетаскивания Drag and Drop. Ссылки на уроки, необходимые для понимания данного материала, будут в описании. Итак, погнали! Продолжим мы с того, на чем закончили предыдущий 27-й урок. Запускаем. И все должно выглядеть примерно вот так. То есть мы можем собирать, использовать... Итак, для начала переместимся к процедуре BugShow и сделаем небольшой рефакторинг. Для тех, кто не знает, рефакторинг — это изменение кода программы, которое не приводит к изменению внешнего поведения программы. Давайте переделаем эту процедуру и переназовем ее. И теперь у нас есть процедура, которая рисует прямоугольник с полями. И может еще нарисовать в нем заданную текстуру. Теперь напишем саму процедуру BugShow. Да, так будет не очень оптимально, но зато меньше кода, а вам будет понятнее. Запускаем. Так, точечку убираем. Запускаем. Так, и вроде мы ничего не сломали. Ну да, все работает. Теперь реализуем возможность перетаскивания предметов. Для этого добавим переменную, которая будет содержать предмет, который мы взяли в руку. Перейдем в main.h. Далее будем левой кнопкой брать предмет в руку, а правой использовать. Перейдем в bug-click. И добавим входной параметр, отвечающий за кнопку, на которую мы нажали. Теперь, если мы нажали на левую кнопку мыши, то поменяем предмет в руке и в сумке местами. Тут, думаю, логика понятна. Если у вас в руках предмет, и мы тыкаем по другому предмету, то они просто меняются местами. Если у нас в руках предмет, и мы тыкаем на пустое место в клетке, то предмет перемещается на это пустое место. И наоборот. Если в руках и в клетке у нас пусто, то мы перемещаем из пустого в порожнее. Поправим вызов этой процедурки. То есть здесь я передаю в процедуру сразу событие. В данном случае событие нажатие левой кнопки мыши. Теперь давайте отобразим предмет, который мы взяли. Для этого нам нужно знать координаты мыши. Мы изучали, как их получать во втором уроке по функциям WinAPI. Давайте сделаем переменную, где будем их сохранять, так как они нам могут еще понадобиться. Перейдем в main.h. И вычислим их в главном цикле. Теперь напишем процедуру отображения предмета в руке. Поместим ее после BugShow. Теперь перейдем в функцию menuShow и вызовем нашу процедуру. Сделать это нужно в самом конце, так как перетаскиваемый предмет должен быть виден всегда. А значит, должен быть нарисован после всех остальных предметов. Запускаем. И попробуем взять предмет в руки. Так, ну все берется. И даже предметы меняются местами. Ну вот, теперь можно сделать уборку у себя в сумке. Оп. Однако мы сломали возможность использования предметов. То есть по клику правой кнопкой мы не можем ничего использовать. Давайте это исправим. Перейдем в Window Prods. Теперь вот этот блок будет выполняться
в случае, если мы нажали как левую кнопку мыши, так и правую. Соответственно, вот сюда будет передаваться либо левая кнопка мыши, либо правая. Запускаем. Итак, пробуем. Так, перетаскиваем левой кнопкой мыши. Ну, все перетаскивается. То есть перетаскивание работает. И применение тоже работает. То есть теперь и левая, и правая кнопка мыши у нас работают. Как вы заметили, во время переключения режимов по клавише E у нас меняется угол зрения. Дело в том, что мышка находится сильно далеко от точки, к которой она привязывается. Давайте это исправим. И вот тут после изменения привязки мыши просто будем задавать ей то же положение, что и для функции автоматического перемещения камеры с помощью мыши. Теперь после переключения режимов мышка будет вставать в то же место, относительно которого отсчитывается перемещение камеры. И поэтому дергание камеры происходить не будет. Запускаем. Проверяем. Итак, мышку двигаем куда-нибудь вправо-вниз. Оп. И экран никуда не двигается. Оп. И экран остается на месте. То есть теперь при переключении режимов дергание экрана не происходит. Оп. Оп. А что будет, если взять предмет в руку и нажать E? Берем предмет в руку и нажимаем E. И видим, что предмет просто висит на экране в точке 400-400. Давайте это исправим. В качестве решения можно перемещать предмет в сумку, но мы сделаем иначе и просто не будем его показывать. Перейдем в Hand Item Show и поправим условия отображения. Запускаем. Итак, еще раз берем предмет в руку и нажимаем E. И теперь в режиме фиксации курсора предмет в руке не отображается. Оп, и отображается. Оп, и не отображается. На этом давайте на сегодня закончим. Ссылка на плейлист будет в описании под видео. Подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки. Увидимся в следующих уроках. Всем пока!